У ігроков футбольного клубу «Вітебськ» нова форма. Її дизайн розпрацьований у стилістиці супрематизму, який народився на початку 20-го століття і став символом Вітебської мистецької школи. Сьогодні відзначаються три дати – століття Вітебського мистецького об'єднання «Уновіс», 60-ті роки футбольного клубу «Вітебськ» і 130-ті роки мистака і архітектора Ель Лісіцького. Це його плакат «Кліном червоним, бі білих» мистецько переасенсували дизайнери. Ідея створити таку незвичайну форму для команди з берегов Двіни прийшла оборонці клуба Даниілу Чалову, футболіст, прихильник виявленчого мистецтва. Этот проект так достаточно долго готовился, и идея сама пришла ко мне, когда я посетил Витебское народное художественное училище, музей, и случайно познакомился там с духовником, с директором музея. Мы начали общаться, я понял, что ему нравится футбол, а мне всегда было интересно искусство и такое вообще, в принципе, направление, которое русский авангард в целом и супрематизм и так далее, мне интересно было. И вот как-то на фоне этого мы решили, что было бы интересно как-то соединить эти вещи. И вот сейчас мы можем видеть, что спустя там много-много шагов появилась форма. Но на данный момент она наша уникальная, будем так говорить. А какой она станет, домашней, выездной или вообще всеобъемлющей, мы увидим со временем. Упершиню, коли все отримается, футболисты Витебска выйдут на поле в новой форме 4 кастрычника, коли проведут матч 1-8 Кубка Беларуси супрать столичного «Энергетика БДУ».